Всем привет! Сегодня у меня снова распаковка по ссылке сайта iHerb, хоть коробка и небольшая, но в ней много полезного. Внешне посылка выглядит совершенно нормально, никаких повреждений я на ней не обнаружила. Прилетела она ко мне меньше, чем за 10 дней, так что я предлагаю не ждать, а вскрывать и смотреть, что там внутри. Как всегда в начале ролика я хочу сказать спасибо моим зрителям. Я рада, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, комментируете. Надеюсь, информация в них вам интересна и полезна. Отдельное спасибо тем зрителям, кто при оформлении заказа на сайте iHerb вводит мой реферальный код в поле промокоды. Так вы поддерживаете меня и съемку этих роликов. Отмечу, что мой реферальный код не отменит промокод, дающий вам большую скидку, так как iHerb всегда выберет наиболее выгодный для вашей корзины промокод. Давайте смотреть, что приехало ко мне в этот раз. И первый я достала вот эту вот кроху, это я купила себе на пробу кондиционер для завивки и блеска для густых вьющихся волос, кокос и гибискус от бренда Щемоща. В моих распаковках вы неоднократно видели маски для вьющихся волос от этого бренда, и я их просто обожаю. Пользуюсь я этими масками постоянно, но иногда у меня складывается впечатление, что я перепитала свои волосы, и вот тогда я думаю, почему же у меня до сих пор нет кондиционера. Купила на пробу их кондиционер, почему на пробу, потому что вдруг мне не хватит увлажнения от кондиционера, и что я тогда буду делать с большой бутылкой на 400 мл. А тут вот в этой баночке 95 мл, и как раз этого объема мне хватит, чтобы потестить кондиционер и понять, захочу ли я купить себе большую версию. Предлагаю посмотреть флакончик поближе. Ну вот, девочки, кондиционер. Давайте откроем, посмотрим, запечатан ли он как-нибудь. Да, смотрите, все запечатано. Давайте вскрою эту штучку, потому что, конечно, несмотря на то, что у меня еще есть маска от бренда Щемоча, кондиционер я бы начала пробовать. О, кстати, тут тоже на этой штучке. Ну, слушайте, какой же он ароматный. Прям вот достаточно далеко от меня стоит вот эта вот банка. Я снимаю все на телефон, и все равно запах доносится. О, боже мой, запах просто волшебный, просто шикарный запах. Обожаю косметику для волос вот от этого бренда Щемоща, не только потому, что она шикарно для моих волос подходит, вот эти все их маски, мои тонкие волосы, они насыщают, очень хорошо питают, но и потому, что у них вот эти шикарные ароматы. Как же вкусно она пахнет. Кондиционер обязательно попробую, расскажу вам, как он мне. Но так как маски от бренда Щемоща очень подходят моим волосам, я думаю, что этот кондиционер тоже для моих волос прекрасно подойдет. Такая вот малютка стоила мне $3.10 со скидкой 25% по промокоду. Кстати, про этот очень выгодный промокод я вам также писала в своем телеграм-канале, где рассказываю про все актуальные акции, скидки и промокоды на сайте iHerb. Присоединяйтесь и экономьте на покупках, как это делаю я. Ссылку на свой телеграм-канал я вам оставлю, естественно, в описании видео. Кстати, у масок Щемоща тоже потрясающие ароматы, но на волосах они не остаются надолго, что меня лично вполне устраивает, так как я пользуюсь духами и не хочу, чтобы запахи смешивались или запах от уходового средства перебивал аромат моих духов. Надеюсь, что этот вкусный аромат кондиционера будет только во время использования, а не потом за мной шлейфом. Оставлю вам ссылку на него, она ведет на сайт iHerb, там полно отзывов от девочек, отзывы в основном хорошие, и мне лично нравится то, что написаны все эти отзывы реальными покупателями, хоть и за вознаграждение. Кстати, если вы не знали, то вознаграждение вам начисляют вне зависимости от того, сколько звезд вы поставили продукту и как его оценили. Так что отзывы на сайте не предвзяты. В этой посылке у меня приехало много как отдельных бэшек, то есть витаминов группы B, так и B-комплекс. Скажу сразу, что бэшки я принимаю по мере необходимости курсами после консультации со своим врачом. Так как это приходится делать время от времени, то, конечно же, я предпочитаю купить все по скидке, чтобы у меня были эти баночки про запас, чем потом брать со скидкой, например, только 10%. Я думаю, что начнем мы смотреть с вами бэшки по отдельности. Я уже достала первое, о чем мы с вами поговорим, это пантотин. Давно я его не заказывала себе, как мне кажется. Пантотин – это производная пантотеновой кислоты, также известной как витамин В5. Считается, что именно пантотин лучше усваивается нашим организмом, чем пантотеновая кислота. В этот раз я его купила от бренда Свенсон. Тут в баночке 60 капсул, принимать их надо по 1-2-3 раза в день. Каждый содержится 300 мг пантотина. Я думаю, что буду принимать по 1 или 2 капсулы в день. И начну с того, что бэшки я все принимаю отдельно, так как некоторые из них не усваиваются между собой. Знаю, что не всем это принципиально, и многим проще купить хороший Б-комплекс. Но что поделать, я вот выбрала такой путь. Фактически я принимаю такой же Б-комплекс, только не одной таблеткой, а разными и в разное время дня. Давайте посмотрим, как выглядят капсулы пантотина.
А вот так вот у нас выглядят капсулы Пантетина от бренда Свенсон. Давненько я не покупала именно Пантетин, совершенно забыла, что они вот такой вот формы. Принимать их будет очень удобно, потому что вот такую форму, когда у капсулы, то кунзима Q10, такая форма бывает у астаксантина, у витамина D3, там побольше, поменьше. Я ее с легкостью проглатываю, отлично она принимается, именно такая форма вот витаминок, и ничего там никуда не прилипает, и все с легкостью проскакивает, очень удобно. Стоила такая вот баночка мне со скидкой в 25% 11 долларов 40 центов. Хватит ее, если принимать по 2 капсулы в день на месяц приема. Зачем же я буду принимать пантетин? Во-первых, он является частью коэнзима А, который играет ключевую роль в метаболических процессах, включая бета-окисление жирных кислот. Таким образом, пантетин участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов и выделяет из них энергию для функционирования нашего организма. Кроме того, он нужен нашим надпочечникам, чтобы производить гормоны, к примеру, кортизол, и поддерживать их нормальный уровень. Еще витамин В5 участвует в образовании антител и поддерживает нашу иммунную систему. Помогает также поддерживать здоровье нервной системы, ведь он участвует в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, к примеру, которые играют важную роль в передаче сигналов между нервными клетками. То есть, простыми словами, он улучшает работу головного мозга, усиливает мыслительные процессы, снижает усталость и рассеянность. А еще, что немаловажно, пантетин поддерживает красоту кожи, волос и ногтей. На личном опыте могу сказать, что он также поддерживает очень хорошо работу кишечника. Принимать пантетин от этого бренда я буду впервые, надеюсь, что качество меня не подведет. А ссылку на эту баночку я вам оставлю в описании видео в разделе тайминга. Вот эта вот малышка, это следующая баночка, и это витамин В6 в форме Пиридоксаль 5-фосфат, также от бренда Свенсон. Всего тут в баночке 60 капсул, в каждой содержится 20 мг витамина В6. Принимать я буду по одной капсуле в день, и хватит мне такой баночки на 2 месяца приема. Посмотрим их поближе. Витамин В6 от бренда Свенсон. Вот такая вот баночка-малюточка, как я уже говорила, размером с пальчик. Учитывая, что в этой баночке-малюточке 60 капсул, разумеется, я подозревала, что они совершенно небольшого размера. Вот смотрите, они очень маленькие, мне кажется, они где-то с ноготь длиной. И я думаю, что среди всех капсул, которые мы сегодня с вами смотрим, уже посмотрели, еще посмотрим, я думаю, что это все-таки чемпион по размеру в меньшую сторону. Такие капсулы будет легко проглатывать даже человеку, который боится капсул, потому что они совершенно махонькие. Да, девочки, чтобы вся аминокислота по 500 миллиграмм, когда вот такие, да, здоровые капсулы у нас, которые, ну, тоже достаточно легко проглатываются, но, конечно, это не вот эти вот малюточки. Разумеется, я бы тоже предпочла принимать витамины в таких маленьких капсулах, нежели в больших. Стоила мне такая баночка со скидкой 25% 2 доллара 58 центов. Тут витамин В6 находится в отличной для усвоения коферментной форме. Зачем же он нам нужен? Во-первых, он помогает другим витаминам группы В переходить в активные, то есть усваиваемые нашим организмом формы. Во-вторых, он помогает нормализовать уровень гомоцистеина вместе с витаминами В12 и В9. Напомню, что повышенный уровень гомоцистеина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, тромбозов и атеросклероза. Особенно это важно при повышенном плохом холестерине. В последнее время врачи просят все же сдавать анализ на гомоцистеин пациентов и ругают их, если он повышен. Так что одно это показывает важность Бэша для нашего организма. Также В6 поддерживает нормальную функцию мозга, улучшает настроение, способствует образованию красных кровяных телец. Еще он нам нужен для здоровья глаз, регулирует цикл сна и бодрствования, помогает с нормализацией давления. На мой взгляд, это очень важный витамин, как и все остальные витамины группы В. Обычно он входит также в состав В-комплексов, а ссылку на эту баночку и на все баночки из этого видео вы найдете в разделе тайминга в описании видео. И мы пошли с вами не по номерам, а как баночки доставались, так что теперь мы посмотрим с вами витамин В2. Он у меня тут также в хорошей активной форме, рибофлавин 5-фосфат, также от бренда Свенсон. Я раньше покупала себе бэшки от бренда Natural Factors, но увидела, что у Свенсона витамина
B2 в баночке не 30 штук, а 60. Решила взять попробовать, так как я его пью регулярно, и мне удобнее на курс покупать именно 60 капсул, а не заказывать каждый месяц по 30 капсул и не платить каждый раз за доставку. И заодно посмотрела и увидела, что у Свенсон есть и другие бэшки в хороших формах, и вот так сложилась эта посылка, где у меня практически все бэшки от бренда Свенсон. Итак, на капсулу тут 50 мг витамина B2, это тоже с лихвой покрывает суточную потребность. Откроем, посмотрим, как они выглядят. Ну вот смотрите, такой рибофлавин 5-фосфат, то есть витамин B2, я покупаю впервые. Такое это потому, что от бренда Свенсон. Капсулы, как мне кажется, стандартные. Примерно такие же капсулы у меня были витамина B2 от бренда Natural Factors. Размер у них вполне себе комфортный для проглатывания. Я думаю, что принимать их будет достаточно удобно. Стоила мне такая баночка с витамином B2 $8.29 со скидкой в 25%. Витамин B2 известен под названием рибофлавин. И принимаю я его отдельно от витамина B1, чтобы они хорошо усваивались в моем организме. Рибофлавин сочетает в себе качество витаминов B5 и B6 и нужен нашему организму практически для тех же целей, что и они. Помогает организму получить энергию из пищи, улучшает усвоение белка и углеводов, а также поддерживает нормальную работу иммунной системы и нервной системы. Он известен своими антиоксидантными свойствами. Кроме того, витамин B2 улучшает зрение, поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, а также участвует в образовании красных кровяных клеток. Для себя лично я отметила влияние витамина B2 на рост волос. Принимаю я его курсами по 2 месяца, потом я делаю перерыв, как и в приеме других бэшек. Кстати, у кого возникают вопросы, почему же нельзя получить рибофлавин из пищи, то отвечу, вполне себе можно. Но учитывайте, что рибофлавин разрушается на свету и при термическом воздействии. Кроме того, танины, которые содержатся в чае и кофе, препятствуют усвоению витаминов группы В, а еще железа и магния из еды. Так что правильно питаться и запивать это все чаем, идея не очень хорошая. Черный, зеленый чай или кофе мы пьем отдельно от приема пищи. И витамин B2, полученный из продуктов животного происхождения, усваивается гораздо лучше, чем из растительных. То же самое я могу сказать, кстати, и про железо и медь. Ссылка на эту баночку будет в описании видео, так что кому интересно, заглядываем и смотрим отзывы других покупателей на сайте iHerb. А это у меня витамин B1 в форме бенфотиамина с тиамином от бренда Life Extension. Тут 120 капсул, в каждой капсуле 100 мг бенфотиамина и 25 мг тиамина. Тиамин – это водорастворимая форма витамина B1, а бенфотиамин – это жирорастворимый аналог тиамина. Его биодоступность выше, чем у обычного тиамина, и он лучше всасывается организмом и дольше поддерживает нормальный уровень витамина B1. Комбинация бенфотиамина и тиамина помогает поддерживать здоровье нервной системы и обмен глюкозы в клетках. Кстати, в российских аптеках вполне можно найти бенфотиамин с тиамином и сразу даже с витамином B6. Я покупала такие бабушкам, потому что эти бэшки очень важны для пожилых людей. Они помогают получить дополнительную энергию и поддерживать ясный ум. Принимать я буду по одной капсуле в день, так что эта баночка мне надолго. Витамин B1, как и другие бэшки, я принимаю курсами по мере необходимости и купила я его по скидке, чтобы он у меня был про запас. Давайте откроем, посмотрим, как выглядят эти капсулы. Такой бенфотиамин уже был у меня в распаковке. Такую баночку я вот как раз недавно закончила принимать. Этот размер капсул отличный совершенно к приему, они легко проглатываются, никаких проблем с приемом этого бенфотиамина у меня не возникало, и именно поэтому взяла вот его еще раз, потому что мне нравится соотношение цена и качество. Стоила мне такая баночка $11.53 со скидкой в 25%. Про все актуальные акции и промокоды я вам пишу регулярно в своем телеграм-канале, подписывайтесь. Ссылка на него будет в описании видео. И хочу сказать спасибо тем зрителям, кто использует мой реферальный код при оформлении заказа и тем самым поддерживает меня и съемку этих роликов. Что стоит знать про B1? Во-первых, дефицит B1 развивается от большого количества простых углеводов в пище. У людей с преддиабетом или сахарным диабетом и у тех, кто регулярно употребляет алкоголь или запивает еду чаем и кофе. Поэтому надо обратить внимание на свое питание и образ жизни. Во-вторых, во время плохого самочувствия, как физического, так и душевного, B1, как и другие водорастворимые витамины, тот же витамин С,
расходуется нашим организмом бешеными темпами. Многие переболевшие COVID-19 столкнулись с тем, что в период восстановления врачи назначали им в том числе витамины группы В и вот витамин В1. Как я уже упоминала, этот витамин у нас, как и другие Бшки, неразрывно связан с нервной системой. Он помогает уменьшить стресс благодаря влиянию на мозг и нейромедиаторы. Он помогает в защите клеток и митохондрий наших маленьких энергетических станций от окисления и свободных радикалов, участвует в образовании крови и поддержке иммунитета. Также он необходим для метаболизма глюкозы и других углеводов, следовательно, необходим для нормализации уровня сахара в крови. При нехватке витамина В1 может развиваться ГЭРБ и вялость пищеварительной системы, так как он влияет и на выработку соляной кислоты. Также есть данные, что В1 помогает защитить наш мозг от образования амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. В общем, это важная Бшка, как и все остальные Бшки, а ссылка на эту баночку будет в описании видео. Так как муж не такой замороченный, как я, и ему принципиально, сколько капсул он пьет в день, ему я покупаю Б-комплексы, где все Бшки сразу вместе. И вот этот активированный комплекс витаминов группы В от бренда Свенсон именно для него. Тут в баночке 60 капсул, хватит ее как раз на курс 2 месяца по одной капсуле в день. Все Бшки в этом комплексе в отличных усвояемых формах, что обеспечивает их высокую биодоступность. На капсулу тут не очень большие дозировки, что для меня является плюсом, так как обычно в Б-комплексах дозировки просто лошадиные. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят поближе. Капсулы этого Б-комплекса выглядят вполне себе стандартно. Размер у них небольшой. Я думаю, что они вполне себе будут удобны к приему для моего мужа. Если какие-то будут нюансы, я обязательно вам расскажу про это в пустых баночках. Стоила мне такая баночка $10.99 со скидкой в 25%. Б-комплекс объединяет в себе все Бшки, про которые мы с вами вот уже сегодня поговорили. А также тут еще есть биотин, витамин В9 в форме метилтетрагидрофолиевой кислоты и В12 в форме метилкобаламина. Это все хорошие метаболически активные формы Бшек, которые точно будут использованы организмом моего мужа. Более подробно вы можете посмотреть состав на странице этого Б-комплекса. Ссылка на него на сайт iHerb будет размещена в описании видео в разделе тайминга. А я напоминаю, что добросовестные производители витаминных комплексов всегда указывают форму, в которой находится тот или иной витамин. Я сама не покупаю и вам не советую брать витамины, у которых в составе будет просто написано витамин В1, витамин В2 и далее по списку. Скорее всего, это будут дешевые, неусвояемые формы витаминов, которые не используются нашим организмом, а просто сделают вашу мочу дороже и дадут лишнюю нагрузку на печень и почки. Если судить по составу, то это очень хороший Б-комплекс для поддержания нормального уровня витаминов группы В. Про пользу витаминов группы В для нашего организма я вам только что много рассказывала. Кому удобнее принимать одну капсулу, а не 6, вот как раз подойдет подобный Б-комплекс. Поэтому я его купила своему мужу. Ссылка на эту баночку будет размещена, повторюсь, в описании видео, так что кому интересно, заглядывайте и читайте состав подробнее и отзывы других покупателей. Сделаем перерыв в полезностях и посмотрим на новый серум, который я себе прикупила для ухода за кожей лица. Называется он «Ампула для тонуса и разглаживания морщин» и произведен корейским брендом ISN3. В составе тут лизат фермента бифидобактерий и целых 3 пептида, которые по уверениям производителя должны укрепить кожный барьер, увлажнить кожу и помочь в совершенно неравной борьбе с морщинами. Если смотреть состав подробнее, то найдем мы там также никотинамид, аденозин, экстракты всяких полезных растений. Ссылка на эту ампулу будет в описании видео, по ней вы можете посмотреть состав подробнее, почитать отзывы покупателей, которые ее уже использовали. Для меня же это новый продукт. Купила я его, как всегда, себе на пробу, начитавшись отзывов, естественно, и посмотрев состав. Давайте посмотрим этот серум поближе. Ну вот, девочки, открыли сыворотку. Как вы видели, была запечатана только коробка. Тут никаких предохранительных элементов нету. Давайте посмотрим, как она. Ну, набирается в пипетку стандартно. Давайте попробую капельку по руке. Эта сыворотка прозрачного цвета. Она немножко такая жидковата. Я привыкла, что вот предыдущие сыворотки, которые у меня сейчас есть, они, знаете, такие более густые. То есть это такая она легенькая. Посмотрим, как она будет в использовании. Как-никак, тут у меня 50 мл. Я думаю, что 50 мл хватит на больший срок, чем 30. Так что впечатление о ней я составить смогу.
Прекрасно она распределяется, никакого ярко выраженного запаха для меня лично нету. Я думаю, что для меня это средство, скорее всего, будет в разряде средства без запаха. А там посмотрим в процессе использования, может быть, что-то и проявится. Я вам обязательно про это расскажу в разделе «Пустые баночки». Стоила мне эта ампула со скидкой $16.03, а сама скидка на нее составила $5.35. Видите, вот как выгодно использовать промокоды на сайте iHerb. В дневном или ночном уходе я ее буду использовать, я пока еще не решила. Мне ее надо для начала попробовать и посмотреть, куда вот она мне больше подойдет, как сильно она питает кожу лица. Обычно средства, которые мега питательные, я оставляю вечерний уход. Так как это серум, то использовать я буду его, разумеется, после очищения кожи, тонера и эссенции. И на сером я буду обязательно наносить крем. Мне нравится вот такой вот многоступенчатый корейский уход, и я уже много лет его использую. А мои постоянные зрители видели мои два ролика, в которых я показываю свою уходовую косметику с iHerb, как корейскую, так и не корейскую. И ссылки на эти ролики я также вам оставлю в описании видео. Следующее, что посмотрим, это пробиотик с повышенной силой действия от бренда BioSchwartz. Повышенная сила действия тут потому, что в одной капсуле содержится аж 65 миллиардов кое полезных бактерий. Самих бактерий тут 13 штаммов, плюс смесь пребиотиков для их питания сразу же идет в капсуле. Подробный состав этих пробиотиков вы можете посмотреть на сайте iHerb. Ссылку на этот препарат я вам опять-таки оставлю в описании видео. Я же именно такие пробиотики еще не принимала. В ролике 17 распаковки по ссылке в Узбекистан я вам рассказывала свои впечатления про другой пробиотик от этого бренда. И в том пробиотике мне состав показался бедноватым по бактериям. Поэтому я решила взять на пробу эту тут, потому что состав сильно разнообразен. Давайте откроем баночку, посмотрим, как выглядят капсулы. Видели, какая тройная защита была у этой баночки, и коробка запечатана, и была такая небольшая слюда на крышке, и еще под крышкой тоже банка была запечатана. Мне кажется, производитель очень ответственно подошел к безопасности. Замечательно. Так, вот баночка, 30 капсул в ней. Вот они практически там на донышке. Размер, опять-таки, тоже, как и все капсулы, которые мы сегодня с вами смотрим, хороший. Проглатывать их будет удобно. Никаких проблем с ними возникнуть не должно. Но как мне эти пробиотики по действию, это уже, как говорится, придется дождаться пустых баночек. 30 капсул это мне на месяц ежедневного приема. Стоила такая баночка со скидкой мне $14.15. Поддерживать здоровье кишечника я считаю необходимым, так как именно от состояния нашего ЖКТ зависит наш иммунитет. И то, как усваиваются витамины, минералы из еды и добавок, которые мы пьем. Что еще для поддержания здоровья ЖКТ я принимаю? Я вам рассказывала в своем ролике с пустыми баночками на эту тему. Ссылку на него я вам оставлю в описании видео, так что кому интересно, смотрим все там. А пробиотики мне назначены практически к пожизненному приему врачом-гастроэнтерологом по причине того, что у меня удален аппендикс. Если я делаю большой перерыв в их приеме, то у меня возникают проблемы некоторые с кишечником, что обычно видно по такому анализу, как К-программа. Как мне эти пробиотики, я вам смогу рассказать только после их использования в очередных пустых баночках. Следующее, что мы с вами посмотрим, это магний от бренда Natura's Plus. Магний тут в виде хилата соевой аминокислоты, то есть находится в хорошей биодоступной форме. У меня есть отдельный ролик про магний, я вам там показываю пустые баночки, рассказываю про разные формы магния, которые хорошо усваиваются нашим организмом, а еще много рассказываю, зачем он нам нужен и почему я его принимаю. Так что я не буду повторяться, кому интересно, ссылку на этот ролик я вам также оставлю в описании видео, смотрим все там. Но кратко, естественно, скажу, что магний это очень важный микроэлемент. Из еды я его точно не выбираю, дневную норму, которая мне нужна. Поэтому магний я принимаю постоянно на ежедневной основе. Мои постоянные зрители его всегда видят, мне кажется, в моих распаковках. И магний я покупаю в хороших усвояемых формах, так как я забочусь о своем здоровье и о здоровье моей семьи. Разумеется, я никогда не куплю оксид магния и витамины с оксидом магния, потому что эта форма магния нужна только тем людям, которые страдают запорами. И ни с чем, кроме опорожнения кишечника, оксид магния нашему организму помочь не может. Тут у меня в баночке 90 таблеток по 200 мг в каждой. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит. Мне кажется, впервые покупаю такой магний, хотя я, может быть, могла что-то и забыть. Капсулы на вид не очень большие, я думаю, что углотать их будет вполне удобно. Ну а как он мне, это я вам смогу рассказать только в пустых баночках. Стоил такой магний мне $9.06.
Я на него получила скидку в 3 доллара. В одной таблетке, как я уже сказала, тут содержится 200 мг магния. Это примерно половина суточной нормы, если брать дозировку для женщин. И меньше половины суточной нормы, если брать дозировку для мужчин. Принимать мы его будем вместе с мужем по одной капсуле утром, так как вечером мы принимаем магний в форме цитрата магния для лучшего сна. Как я вам рассказывала в ролике про магний, мы не принимаем сразу всю дозировку ежедневную за один раз, а разбиваем это на 2 или 3 приема. Так магний гораздо лучше усваивается и приносит больше пользы нашему организму. Так вот, на двоих по одной капсуле в день вот этой баночки нам хватит на 45 дней приема. Ссылку на эту баночку вы найдете в описании видео в разделе тайминга, а мы давайте смотреть дальше, что приехало ко мне еще. И у меня тут две последние баночки остались, и обе предназначены для одной цели. Посмотрим первую из них, и это лютеин с трансзеоксантином от бренда Doctor's Best. Лютеин мы с мужем пропиваем курсами раз в полгода где-то или раз в год. У меня нет четкого план-графика, так что я как вспомню, что пили мы его примерно 6 месяцев назад, так и покупаю баночку новую для нового курса. На сайте iHerb производитель дал нам прекрасное описание действия этих двух веществ – лютеин и зеоксантин. Это два важных антиоксиданта каротиноида. Эти каротиноиды известны как макулярные пигменты, поскольку они накапливаются и выполняют жизненно важные функции в человеческом глазе. А с возрастом они становятся еще важнее для нас, так как их достаточное количество в наших глазах помогает снизить риск возникновения слепоты из-за возрастной дегенерации желтого пятна. Если говорить в общем, то лютеин и зеоксантин нейтрализуют свободные радикалы, поддерживая нормальное зрение и работу глаз, здоровье макулы и остроту зрения. Макула – это участок сетчатки, ответственный за центральное зрение. Это именно она отвечает за четкость нашего зрения. Благодаря тому, что эти два вещества нейтрализуют свободные радикалы, они защищают клетки наших глаз от окислительного стресса. А это, в свою очередь, предотвращает повреждение ДНК и белков, что способствует общему здоровью глаз. И заметьте, что именно лютеин поглощает вредный синий свет, который может повредить сетчатку нашего глаза. Это помогает снизить риск возникновения макулярной дегенерации и катаракты. Они также, вот эти два вещества, улучшают приток крови глазам и мозгу. Тут у меня в баночке 120 растительных капсул, и в каждой капсуле содержится 10 мг лютеина и 2 мг трансзеоксантина. Для профилактического курса, для поддержания здоровья глаз, такая дозировка на капсулу оптимальна. Так что принимать мы будем по одной капсуле в день. Утром после завтрака с полезными жирами вместе вот с нашей любимой омега-3 и другими утренними витаминами. Давайте откроем, посмотрим, как выглядят эти капсулы. У этого лютеина от бренда Doctor's Best хорошие капсулы, хорошие в плане небольшого размера, так что принимать их будет удобно. Они будут очень легко проглатываться, так что кому важен размер капсул, вот, пожалуйста, показываю девочке. Смотрите, мне кажется, хороший размер капсул. 120 капсул на двоих, это на 60 дней приема по одной капсуле в день. И стоила мне такая баночка со скидкой $11.22. Напомню, что про все скидки и акции, которые работают в данный момент на сайте iHerb, я вам рассказываю в своем телеграм-канале. Ссылку на него вы также найдете в описании видео. Присоединяйтесь. И еще пара слов про лютеин не могу вам не сказать, ведь благодаря своим свойствам лютеин полезен не только для глаз. Он еще благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Еще его используют при лечении атеросклероза, для профилактики инсультов и сердечных приступов. Он также помогает очищать кровь от холестерина. И есть данные, что лютеин влияет на красоту и молодость кожи, что для меня тоже немаловажно. Глаза это совершенно замечательно, жизненно необходимо, спору нет, но если лютеин по пути еще и кожу красиво сделает, я вообще не против. Разумеется, лютеин можно получить из пищи. Он содержится в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, шпинат, в оранжевых и ярко-красных овощах и фруктах. Так что если ваш рацион полон вот такими вот овощами и фруктами, то, возможно, вам дополнительный прием лютеина и не нужен. Но у нас с мужем, к сожалению, это не всегда так, поэтому мы профилактически пропиваем его курсы. Я точно замечаю эффект от приема этих двух веществ. Разумеется, я не могу пока определить, насколько хорошо они там защитили мои глаза от окислительного стресса или от дегенерации возрастной желтого пятна, но я точно могу сказать, что после курса лютеина у меня становится четче зрение, и я лучше вижу в сумерках, к примеру. У меня вот зрение -1, и этот -1 у меня уже много-много лет, несмотря на то, что я работаю за компьютером по много часов в день и совершенно не делаю зарядку для глаз, которую все вокруг советуют делать. Кстати, если вы делаете зарядку для глаз, пишите мне
мне в комментариях. Во-первых, интересно знать, что такие люди, собственно, реально существуют. А во-вторых, мне интересно знать и про эффект от этой зарядки для глаз. И вспомнила еще один эффект от приема лютеина и зеаксантина, который я вижу. Это то, что глаза у меня меньше устают при работе за компьютером. Все эти эффекты достигаются не сразу, а спустя недели, ну, примерно 3 от начала приема вот подобных капсул. Потому что эти вещества не должны как бы довосполниться у нас в глазах, накопиться. Такой лютеин я покупаю впервые, но это хороший производитель добавок. На сайте iHerb у этой баночки более 8000 отзывов от реальных покупателей. Разумеется, я их не все читала, но если вам интересно, вы можете пройти по ссылке, которую я вам оставлю в описании видео, и почитать отзывы реальных покупателей про вот этот лютеин. А я свое мнение смогу про него рассказать, возможно, в пустых баночках после окончания курса. И последнюю баночку мы с вами посмотрим. Вот этот концентрат черники от бренда Natural Factors. Тут 90 капсул, и в каждой капсуле по 500 мг самого концентрата черники, и отдельно указаны антоцианы 12,5 мг. Потому что именно антоцианы являются тут главными. Антоцианы – это группа водорастворимых пигментов, которые окрашивают фрукты и овощи в яркие тона, там фиолетовый, красный, желтый, синий. Они содержатся во многих ягодах, там в чернике, в ежевике, в голубике, черноплодке, ирге, бузине, клюкве, черной смородине, вишне, малине, винограде темных сортов. А еще антоцианами богаты баклажаны, свекла, помидоры, краснокочанная капуста, красный перец, красный листовой салат. Несмотря на то, что ими так богаты фрукты и овощи, в нашем организме антоцианы не накапливаются и достаточно быстро выводятся. Тут стоит отметить, что исследования вот этих веществ еще продолжаются, и точные механизмы их действия и их роль в лечении и предотвращении конкретных заболеваний все еще изучаются. Но есть ряд исследований, которые показывают, что антоцианы могут помочь снизить риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна, поддерживает здоровье роговицы, восстанавливает отток внутриглазной жидкости. Кроме того, улучшает строение соединительной ткани, волокон и клеток, улучшает ночное зрение. То есть они должны вместе вот с лютеином поддержать здоровье глаз и стать профилактикой против возрастных заболеваний. Давайте откроем баночку, посмотрим на капсулы поближе. Такие капсулы уже были у меня в распаковке. Несмотря на то, что их размер достаточно большой, но к приему они удобные. По крайней мере, мне было их глотать легко, и мне, и мужу. Никаких проблем у нас с этими капсулами не возникало. Принимать мы будем по одной капсуле в день, и это у нас получается баночка на двоих на 45 дней приема. Стоила она мне со скидкой $8.83. Кстати, для остального организма тоже есть польза от антоцианов, так как они оказывают противоотечное и бактерицидное действие, укрепляют стенки капилляров и уменьшают их проницаемость. Еще они активируют обмен веществ на клеточном уровне и участвуют в синтезе коллагена. Когда я впервые снимала распаковку с вот этими капсулами, то узнала, что повышенная потребность в антоцианах есть у людей, которые проживают в регионах с продолжительным летом, что вполне можно отнести к Ташкенту. Я это запомнила и решила, что будем с мужем заказывать такую баночку по возможности и пропивать курс. Считается, что в организм человека с едой поступает как раз около 12,5 мг антоцианов, так что это у нас будет неплохое такое дополнение к ежедневному рациону. Хотя все равно мы, конечно, не дотянем до Китая, где рекомендуется ежедневное потребление 50 миллиграмм антоцианов на человека для снижения как раз-таки уровня оксидативного стресса и, следовательно, риска развития рака, метаболического синдрома, диабета, дегенеративных заболеваний и всяческих других патологий. Мы, конечно, уже один раз пропили курс вот такой вот черники, но я затрудняюсь сказать, какой эффект мы увидели. Явного какого-то эффекта я для себя не отметила. И почему же тогда сказала второй раз? Потому что решила уже сделать курс вместе с лютеином, да и не так много красных овощей мы едим, а красные фрукты и ягоды мы едим только в сезон. Права я насчет антоцианов или нет, я смогу узнать только ближе к годам 70 или 80. Это получается ровно такая же ситуация, что и со всеми остальными антиоксидантами вроде Q10. Но в антоцианах, как и в Q10, я совершенно ничего опасного для организма не вижу, в отличие от приема витаминов и минералов в плохих неусвояемых формах, например, оксида магния, сульфата железа или витамина В9 в форме синтетической фолиевой кислоты. Именно поэтому я купила для нас с мужем вот эту чернику, чтобы мы еще раз пропили
вот эти капсулы. Ссылка на эти баночки будет размещена в разделе тайминга в описании видео, а доставка вот этой посылки у меня была курьерской службой FedEx, и обошлась она мне в $21.04. Учитывая, что у меня тут 11 позиций в посылке, получается, стоимость каждого товара у меня увеличилась примерно на $2. Для меня это приемлемая наценка, тем более, что я уверена в оригинальности этих товаров, в условиях их хранения, потому что посылка ко мне приезжает прямо из Америки буквально там за неделю, ну, дней за 9 максимум. Качество товара всегда хорошее, пока что у меня с iHerb не было никаких эксцессов. В любом случае, при возникновении любых вопросов всегда можно написать в службу поддержки iHerb, там всегда ответят, доброжелательно рассмотрят вопрос и попытаются его решить. Но на этом моя распаковка подошла к концу. Я надеюсь, вам было интересно со мной и полезно. Не забывайте ставить лайки и комментировать. Это не только важно для продвижения роликов на YouTube, но и говорит мне о том, что вам интересны сами мои ролики и надо продолжать снимать их дальше. А в завершение я хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям. Берегите себя. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!